我说五百元没跟车间忽悠，五百元没跟车间忽悠，五百元的车。Муслим, давай нам краткий обзор, что дают в Медине на ифтар. Состав не надо говорить, просто скажи, да, хлеб, все, времени не хватит. Очень вкусный хлеб, сухие финики, сочные финики. Дальше. Вода. Открой, открой. Внутри еще финики. Это фреш леван. Йогурт. Йогурт. Вода. Ложка, вилка. Вода зам-зам? И самое главное вот эти вещи. Подожди, где она? Это захтар, что ли? Как это называется? Это куда добавляется, тоже скажи? Это вот сюда внутрь. Сюда добавляешь, размешаешь. И кушаешь. Это, только кто в Медине был, только тот поймет этот вкус. Изыскан. Все тогда. Ислам, вот, короче, наш обзор. Кофе, вода, финики. Таха, конкретно аскет уха мутлю. Че, куда идем мы? Арабих будем сейчас делать, иншаллах. Вот там. Это у нас устал. Хлеб. Это что? Сметана пускай будет. А, сметана, да. Пускай будет. Ну, на русском. Вот так вот. Добрый вечер, братья. С Рамадана вас. Последние 10 дней. Будем держать пост. Спать. Я долго искал этого хушетского карлика Хазбулу, но, к сожалению, не смог найти. Тагир пошел искать его на крышу. ستقام بإذن الله في الساعة 12:30 مراعاة للزحام في هذا العام في الحرمين الشريفين وحرصا على التيسير.